Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон и Маугли. О, хей, мои дорогие, добро пожаловать в Раст. Оу, е. Да, мы сейчас находимся на сервере F3, и он на закате своего существования, потому что, ну, вернее, как... Не поймите нас неправильно. Да-да-да, вы поймите нас неправильно. Дело в том, что через пару дней будет просто-напросто вайп. Вот, и здесь на сервере сейчас в данный момент очень много домов, которые можно было бы повскрывать открывашкой. Вот, я смотрю, тут, кстати, уже кто-то что-то вскрыл. Тут это... голый человек лежит, я его обыскал и нашел у него ключ. Я не знаю, где он его прятал, поскольку он голый человек. У голого человека может быть ключ, да? Но я забрал у него этот ключ. А у него еще киянка есть. О, вот это все, конечно, может пригодиться. Надеюсь, он не расстроится слишком сильно. Да, и как вы видите, мы для своего рейда, то есть мы сейчас пойдем рейдить это все добро, да, будем смотреть какие-нибудь дома, но мы, правда, будем аккуратненько это делать, чтобы C4 все не потратить. Да, мы взяли с собой по 20 C4, автоматы, там, патроны какие есть, вот. И, кстати, ключ может подойти вот к этой двери, правда, я не знаю, зачем он нужен, давай если попробуем. Здесь такая дрень. Давай попробуем. Давай попробуй просто вот. Ну-ка. Зелененькая сгорится. Оп. Опа, все, нормально. Думаешь, это из-за ключа? Да, конечно, и заключаю, из-за чего еще? А, ну да, точно. Да. Так, ну тут, короче, просто кто-то построил и бросил домик. Так, где у нас есть ближайшие домики? Ну пойдем, короче, путешествовать, будем смотреть, что в домах люди насуетили. Так как скоро вайп, я думаю, им вещи эти особо не нужны будут. А мы чисто из любопытства посмотрим на их построечки. Такие санитары леса, в общем-то. Подготовим сервер к вайпу. Делаем благородное дело. Не поймите нас неправильно, мы все... По чести, аккуратненько, открыто. Идем, просто взрываем все это дело. Все честно. Взрываем, пока вас нет в онлайне. О, нифига, смотри, какой мост здесь собран. Да, 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 да. Надо по нему пройти обязательно. Да, вот та-та-та. Че, зря его строили, что ли? Конечно, смотрите. Аллея славы, вот победители. Взрыватели бегут. Вот они бегут, вот они люди, вот они все. Вот. Так, надо коноплю забрать. Конопля — это вещь такая. Сейчас, кстати, если ты не в курсе, коноплю можно собирать, и от нее появляются семена, и можно свое поле конопли высаживать. Да ты что, а потом бегать голым по нему? Ой, о чем это я? Я не знаю, я никогда так не делал. У каждого свои эти интересы, так сказать. Эй, какие интересы? Нет у меня интересов. Я сам никогда так не делал, но я слышал. А, ну ладно. Так, смотри, короче, здесь есть такой домик. Давай, вижу, вижу. Каменный, хороший. Камень нехороший, да. C4 хоть у нас и по 20 штук, но на самом деле это мало, чтобы нормальный такой адекватный рейд провести. Не хотя хватит, чтобы один домик, но мы хотим несколько домов подряд. Вот что думаешь, нужно ли взрывать сейчас? Давай вот взорвем, конечно. Можно начать с того домика наверху. Смотри, там маленькая какая-то хибарка стоит, тоже, кстати, ага. Каменная. Я думаю, что меньше туда уйдет взрывчатки на него. Ну да. И посмотрим, может быть там может вообще быть, там пусто. Даже что-то вкусное. У меня... стратегия, знаешь, я вот как делаю, я строю маленькие домики, чтобы в них самое ценное тратить, и некоторые думают, что в них очень мало лежит, и таким образом даже, ну, мимо пробегают. Ну, это вообще логично, смотри, тут костер кто-то оставил, зажжем костер. Дом Алекса, да, тут вот прям у него. Алекс, Леха, прости, пожалуйста. А, прости, дружище, сейчас мы как-нибудь с другой стороны просто его взорвем, чтобы, вот как насчет вот здесь. Так, ну что, готов фаерверк? Фаерверк, конечно, готов. Так, погоди, так, ты все, подожди. Пошло. Ой, я отхожу. Ты где, на дверь поставил? Не, нет, вот здесь сбоку на стену. Может, мне тоже поставить? Сейчас, подожди, посмотрим. Сейчас взорвется? Бум, отлично. Так, понятно, не хватило. Бада-бум, ох, я сейчас упаду со скалы. Держись, мой нигер. Май нега. Май костяной нига. Май нейба. Бум, ой, меня, по-моему, зацепило немножко. Если я... Так, о, ёптать, тут медведь живет. Ты только зайди и посмотри на это. Живой? Живой медведь там живет, ты прикинь. Обалдеть! А чё? А как он там оказался? Я не знаю, медведь по имени Алекс просто. Здравствуйте, я-то думал, здесь человек живет. Офигенно, это просто офигенно. Ну, кстати, медведи лучше не надо недооценивать, они ваншотают, поэтому их надо, наверное... А давай вокруг него заложим взрывчатку и убежим. Ну а что? Я не знаю. Ну давай его. Ну так неинтересно. Ну блин, он опасный. Я лучше вот лишний раз перебью, знаешь. Чем не добздю?
Да. А C4, оно как бы на вес золота. Так, давай посмотрим, что тут есть. Я вижу, тут есть аптечки, отлично, аптечки пойдут. Тут мясо куча вообще всякого. Да, хотя бы взять учет, что здесь медведь лежит, как бы мясо реально. Патрон у нас, что это у нас здесь? Самодельный дробовик. Самое необходимое. Вот, возможно, взрывчатка нам понадобится еще, и вот это понадобится. Я аптечек набрал здесь. Что, полезная штука. Да. Возьмем. Кстати, можно запечатать его дом. А подожди, медведь сожрал хозяина. Короче, тут косяк. Серьезно? Ну, да. Я должен это увидеть, погоди. Вот я вижу, он дрожит, смотри, от счастья. И мухи прилетели, тоже ему помогать. Как он его сожрал-то? Переварить, блин. Переварить. Так, возьму я, пожалуй, наверное, вот это дело и пистолет. Пистолет — тема хорошая. Я бы не стал сейчас... вот попить я люблю. Попить любишь, да? Да. Я вот не стал бы сейчас тут прям забирать все, потому что это наш первый дом только. А хозяин, кстати, может... Даже потом смотреть эту серию. Да, и вот мы передаем тебе привет, у него тут очень много всего интересного. Спасибо большое. Но самое интересное, это был, конечно, медведь, который здесь сидел. Такой, знаешь, кто-то заводит собаку, чтобы она охраняла его домик. Кто-то медведя просто оставляет здесь. Разве сибирский парень? Мне вот интересно, а как он это сделал? Смотри, тут ресурсов куча вообще. Да, ну я... Металла вообще куча, тут несколько тысяч кусков металла. Металлова нама. Сера. Ладно, я брать не буду это, конечно, зачем? Я вот возьму только камень, чтобы ему стену обратно возвести. Я арбалет возьму. Нормально? Вайб же будет, он же все равно все это потеряет. Ну да, ну мало ли, может, зайдет и продолжит свою игру. Вот. Ладно, тут два арбалета, я один взял. Два зачем ему? Логично? Ну, да... Так, ну я готов, короче, я тоже. Покидать этот дом. Так. Окей, покидаем его, давай, кидай. Так, заделал! Как будто ничего и не было. Да-да-да. Что такое, не понял. Следы присутствия были стерты. Где моя стена? Кстати, я, от своего позволения, сейчас вот мясо пожарю, потому что у меня голодный. Я тоже, у меня голодный. А есть что-нибудь такое вегетарианское поесть? Вегетарианское? Ну... Блин, ты прям... Так, я не хочу мертвяков есть. Есть... наверное, там грибы. Вот надо было обратить внимание. Есть грибы, есть рыба. Ну, рыба тоже мясо, да? Конечно. Не пойдет. Так, сейчас. Там вот спрашивают, не моя ли это крепость. А, это нет, это... Скажи, нет, не моя, дайте фруктов. Дайте фруктов, яблоки еще есть. Фруктов, Маугли умирает. Я не привык в этих каменных джунглях так питаться. Дайте мне законные фрукты. Это жестокая игра. Тут законы джунглей работают. Тут надо. Не знаю. Есть слабых. Есть слабых. Что может быть слабее, чем овощи и фрукты? Ну, как бы да. Но тут их добыть тоже такое. То есть они здесь не растут, да? Они и растут, надо грибочки искать. Грибочки, картошка, яблоки, как ни странно, знаешь, где растут? Где? В коробках из-под мусора. Да ты чё? Как они там размножаются? Сгоревшая. Да ладно, чё, я свинина приготовленная. Ну ты повар. Ты не научился, что фу из ядети готовить? Да, всё, вот, сготовил. А карачок такой, нифига. Так, поел. Очень важно тут поддерживать своего персонажа в тонусе. То есть, чтобы он был сытый, довольный. Пойдем. Кстати, я забыл, что у меня есть граната, в смысле гитара. Гитара. Давай, ты играй что-нибудь там. Пойдет. Нормально. Так, ну что, а вот у нас еще один домик. Че, давай его тоже так же, наверное, искося взорвем, потому конечно, что, как правило, конечно. Знаешь, некоторые ставят дверь железную, за ней еще одна железная. Ага, ага. Вот поэтому, наверное, просто бомбанем, знаешь. Вот здесь. Ну, вот здесь, да. И можно сразу вторую еще кинуть. Чтоб наверняка. Отходим. Наверняка. Сейчас будет бум! И не один. Так, по-моему, вообще не сработал. Так, сейчас клип перезаряжу. Что-то как-то... Вообще не сработало! Наверное, на фундамент поставил. Ладно, да? Давай повыше. Да, на фундамент. Так, давай я вот, все. Как бы нам не нарваться тоже ни на кого, а то нас порешают. Да не порешают. Все хорошо. О, отлично. Хорошо, здравствуйте. Есть тут... Понятно. Это обманка. Это дом обман... А, нет, стоп. Ага, наверху он есть. Там наверх... А я могу на дверь поставить?
Сейчас проверим. Ну, да, так, она из дерева, да, она из дерева, ты ее сломаешь. Правда, скорее всего, с концами сломаешь. То есть надо что-то подставлять. А, здесь же есть вот эта штука. Все нормалек. А как он забирался наверх сам? Блин, она пустая, ты прикинь. Точно. Точно, слушай, вот я прям так, как я делал. То есть мы, получается, этот чувак, его все вкусное именно в том доме было. А, вот оно что. Да. То есть он, типа, это его склад был, да? Это типа его обманный дом. То есть все, кто будет сюда приходить, они первым делом будут думать, что вот там все самое вкусное. На деле нет, вот на той горе. Вот. Логика. Вообще молодец, парень. Перестраховался хорошо. Угу. Но нас, в общем-то, в любом случае это не остановило. Мы немножечко-то там поживились. Ну да, ну мы отомстили его, по крайней мере, за медведя. Мы вломились к нему в дом. Убили его собственного медведя и таким образом ему отомстили. Вот я вижу грибы, кстати. Ну, я думал, что это... О, все, кушай грибочки. Мухоморы тоже можно есть? Можно, можно. Че, он здесь все ест, да, всеядный? Да. Давай, кушай, родной мой. Вот, и... Не, я думаю, что медведь это был не его, это просто... Не знаю. Как-то вот он, вот как-то он забрел. Вот мне интересно, как вот он просочился? Ну, как бы с технической точки зрения, он просто там заспаунился. А-а-а. Они почему-то спаунятся на горе, и вот, ну и вот на горе дом, и в горе появился, на горе прямо, вот, короче, в домике появился медведь. Да, это нормальное явление вообще. Здрасте. А ты где? Я рядом, я вот из кустов сейчас выгляну, тебя увижу. Нет, не увижу. Вот видишь, вот мы потеряли друг друга. Все, вижу тебя. Я нет. Подпрыгни. А теперь повернись на 180 градусов. А, вот, понятно, ты на другой стороне. Все, да. Я разжился копьем с острым наконечником. Замечательно. Так что можно. Хотя быть. У тебя должен быть автомат. Ну, у меня он есть, но как-то с копьем-то круче бегать. Ну, да. Не, в самый ответственный момент я поменяю его на автомат, можно не переживать. Не то, что я решил по хардкору играть. О, смотри, там еще кто-то есть. Кабан, что ли, или кто это? Кабан. Кабанидзе. Ладно, кабанидзе пусть живет. Ну, благо, я не буду никого убивать, наверное, из животных, потому что у меня мясо с собой есть. Правильно, правильно. Так, зачем лишний хаос сеять в этот мир? Так, я предлагаю пересечь это... Море. Что-то. Да. Давай. Это река, озеро, там все. Вот. И, наверное, кстати, на этой горе, возможно, есть какой-нибудь схрон. Окей, поплыли. Давай попробуем. Пока что я вижу там только елку. Елку, елки-палки. Елку и палку, да. Слушай, довольно далеко обрабатывается так-то место нахождения елки. Ее могут срубить. Если в какой-то момент эта елка исчезнет, знай, там есть человек. В смысле, он ее рубит сейчас прям? Да, он ее срубит, и она исчезнет. О. Ей! I'm king in the world. Правда? Я плыву. Ты плывешь, да? Да, мне нравится. А, вот, вижу тебя, да. Я тону, мне голодно, мне холодно, мокро. Я, прикинь, я с разбегу с этой скалы прыгнул и ударился ногой очень больно. Бедняк. 40 хп отнялось где-то, 34. В Шер 11 пишет. Плиз, меня тоже не рейте и не убивайте, я жить хочу. Да, конечно, будешь жить, тебя мы не будем убивать. Только твоего аватара, да, в этой игре. Мы твою построечку просто уничтожим. Потому что вайп будет. Ребят, мы вам помогаем на самом деле. Помогаем от привязанности избавиться. Чтобы раньше времени уже подготовились к потере. Реальные ценности переоценены. Конечно. Вот так вот. С такими мыслями можно идти и сеять хаос. Потому что в тот момент, когда все будут после хайпа сокрушаться, вы-то уже будете подготовлены. Вы отойдете уже от потери. Хайпа-вайпа. Да. Так, и я смотрю, впереди нас ждет просто огромнейший. Во-во-во-во, я вижу. Возможно, там кто-то сейчас есть. Просто смотри, какой вот строй. Я помню это строение, мы не так давно играли с Джесси. Я, правда, сделал небольшую паузу, но сделал эту паузу в своем доме, который сделан из полиэтилена. То есть меня там буквально за первый же час, наверное, нашли. В теплице, что ли, живешь? И кончили, да. Из полиэтилена. Из палочек, из веточек, прям вот как три поросенка делали. Там один из стенок, из веточек, а из кирпича вот, к сожалению, не получилось успеть сделать домик.
Вот, поэтому я даже смирился с тем, что меня там покосили. Так. Меня голод одолевает вообще конкретно. Да ты чё, блин. Если там в этой крепости не будет что-то съестного. Понимаешь, в чем прикол? У меня с тобой 12 кусков мяса. Просто дай и поешь, да? Ну, нет. Ваши... Это будет против моих принципов. Ваши вегетарианские принципы? Да. Вот ничего, ты ничего, ходишь, будем. Теперь страдаешь. Ну давай, нормально. Можешь... Не, я не страдаю, нормально, я все в порядке. О, там кто-то ходит. Это медведь, что ли? Часовые, опять? Нет, опять это медведь, это. А, тут кто-то живет, прикинь. Ты давай потише говори, услышат нас еще. Да, вообще не говори. Наверное, сюрпризом будет, да? Три двери они сделали. Ничего, здесь комплекс, ты посмотри, какой. Да вообще, тут. Он, видишь, работает. Ну, периодически выглядывает из стен что-то такое. Вон там, если вот туда посмотреть, вот ты видишь, не видишь? Нет, куда? Вот я вот туда смотрю. Где ты? И там с края, ну вот я в кустах. Не в кустах, вот. Я потерял тебя. Ты в кустах сидишь? В кустах, ну, не важно. Я просто смотрю, как ты ко мне все время спиной и в кусты забегаешь, ныряешь туда. Вот стой, вот. Стою. По тому пути, по которому мы пришли, вот иди туда. А, так ты там вообще стоишь. Все, да, понятно. Вот, все. А теперь смотри, видишь, вон туда я целюсь. Вот туда. Ага. О, вижу. Видишь, да, там что-то такое? Мне кажется, это какая-то, не знаю, нефтедобывающая вышка или что это? Это рудодобывающая вышка, ага, да. Ага. И она сейчас работает. Это значит, что здесь хозяева, и они живые вообще. Смотри, там флаг написано. Дниве. Дниве? Днайв или кто-то, какой-то Днайв, не знаю. Днайве. Днайве, если точно прочитать. Днайве, но... Днайве. На сленге это, возможно, будет просто как днище. А, днище? Да. Господи. Я, видишь, слишком обусловлен английским языком, я не понимаю, что русский еще, русское ща там. Это типа, да, W это как ща, некоторым. Так, вот я, короче, подбежал к этому зданию. Так, давай посмотрим, может... Мне кажется, сейчас будет просто офигенная перестрелка. Да давай, нам терять-то нечего. Ну давай, так, терять нечего. Им как... тоже, по сути, нечего терять. Да? Только они не знают еще. Мы знаешь, мы как с тобой какие-то религиозные фанатики. Почему? Типа, вам терять нечего, и нам нечего терять. Так чего ж это... Тщетность бытия-то тут все дела. Ну вообще так и есть, на самом деле. Бытие очень тщетное. Да, так, вот, ну давай. Давай повзрываем, да, пусть они начинают очковать. Все, так, сейчас в кусты прячемся. Или вон туда, в скалу, потому что сейчас начнутся взрывы, я думаю, услышат. Да, я убегаю. Надо на это посмотреть. Возможно, прямо в этом доме кто-то есть. Отлично, так, что-то пошло-поехало. Ого, нифига, туда тоже подложусь. Все разрушатся! Нет, не разрушились, потому что ты, видимо, по две, да, ставил? Я две ставил, одну взорвалась, там одна стеночка. Вот. Пока вот, вроде никого. Ну что, да. Пойдем внутрь? Вроде никого. Ну давай, пойдем внутрь, да. Аккуратно. Где там наш? Кукуруза. Горнодобывающий король. О, в натуре, ты смотри, там тут прямо. Че, давай по имени Крот. О! Ты видишь? Смотри, сколько... Слушай, смотри, сколько кукурузы в ящике, это прям для тебя лежит. Где? Вот ящик, вот, да. А я могу ее есть? Да, ты можешь ее есть. Сейчас я все, кукурузка моя, вареная, вкусная, солененькая. Это вам не попкорн какой-то? Да. Так, ну-ка давай посмотрим, что тут. Еды. Я понял, что мне надо едой запастись здесь по максимуму, потому что... Я тут топливо, фига, тут просто такое производство наяривается, я офигею. Так, арбалет мы выбрасываем, все, кукуруза у меня. Забираем. Так. Мистер кукуруза, съели. О, как хорошо, ой, как вкусно. Ням-ням-ням. Ням-ням. Так, предлагаю отсюда, наверное, свалить, потому погоди, что... я не поел еще. Сейчас, чуть-чуть. Мне еще и даже питье восстанавливается. Кукуруза-то сочная, понимаешь? Еще и с водой. Прям поздравляю. Вот ее прямо, я смотрю, это косишь, как это. Я кошу ее. Коси и забивай. Так, что еще? О, тыква есть. Тыква, тыква. Тыкву тоже можно съесть, кстати. Вообще, тут реально... Оп. Тихо. Ой, это я стрелял, это я стрельнул. В дырку, это ты, да? Ой, господи, я... Мне все, уже сразу на измену. Еще и какие-то у меня здесь семена тыквы можно посадить будет на грядку. Ну что, все, здесь, я так понял, никого нету. Человек запустил этот конвейер и ушел. Или прячется сейчас где-то.
пожалуйста. А, бежит, бежит, бежит. Ой, господи, я же испугался. Где, 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 где? Или это я? Кто бежит? Где бежит? А, все, все, убил чувака. Он там снаружи бегал. Ты это его убил? Да, это был голяк, он просто хотел узнать, кто тут что делает. Так, и... может, не надо было его убивать? Я не знаю. Садист, а говорит, животных не буду убивать. Все нормально, типа. Ну, голяк это не животное. Не животное, да? Это хуже, человек. Это человек, да. Ну, немножко напакостили и убегаем. Вообще конкретно. Всю кукурузу пожрали. Они сейчас скажут, а чё приходили-то? Непонятно, кукурузу сожрали только. Ничего не забрали, кроме кукурузы и тыквы. Не, ну я немножко опустошил вот эту рудодобывающую машину. Угу. Да. Так. Все, сваливаем, сваливаем, сваливаем. Нахулиганили. Большой не пойдем замок тут? Нет, что-то я не рискну, знаешь, он какой-то слишком опасный. Причем чувак явно бежал с него, возможно, он там не один, там целый клан, ну или один. Клан, или, а может быть даже там целый клон. Вообще жесть. Сериал клон. О, смотри, кто тут здесь лежит. Лежит? Мужик? Мужик лежит? Бармалей лежит. Отдыхает. Мужик просто в траву лег. А, Бармалей лежит, ну нормально. Не, не будем убивать его, чё, пусть лежит. Пусть лежит, чё. Столько копьем ему воткнуть. Я могу прекратить его бесконечный сон. Не, не убивай, не убивай, не убивай его. А если я копьем ткну, он умрет сразу или будет ещё какое-то время жить? Вот, знаешь, я давай проверим, смотри, проверим, он является Ахиллесом или нет. Я ему сейчас в пятку воткну. Ну давай. Копье. Он жив, значит он не Ахиллес. Он Бармалей, как бы. Он Бармалей. Оставляем его с кровавой пяткой лежать дальше. У меня такой музон начался. Мистический. Да, да ты чё? Так, ну ладно, мы просто оттуда свалили. Пойдем взорвем там бомбу и убежим. Давай, давай. Ну, если я начну стрелять, мы просто свалим оттуда. Там как хулиган, знаешь. Давай взорвем бомбу и убежим. Ну да, позвонить в дверь и убежать в подъезде. Кто звонит в дверь с помощью C4, вот скажи. Мы. Только ФСБ, наверное. Давай, давай, не мандражируй. Ладно, ладно, как бы. Я кукурузы наелся, видишь, у меня сколько сейчас энтузиазма сразу появилось. Да вообще. Ну знаешь, пару выстрелов в голову, как бы энтузиазм пропадает. Так. Так. Все. Пошел. Прячемся, подрыв. Прячемся, быстро. Ну вот здесь двух C4 не хватит явно. Тут надо... Ой, я выронил, нет? Так, вот сломали, да? Что-то сломали, что-то сломали. О, смотри, проходик какой-то. Так, раз. Здесь, смотри, есть... Ой, 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 уходим, уходим! Уходим, уходим, беги! Вон, с того берега стреляют, с того берега. Нифига себе, я даже по нему попал, прикинь. По тебя не попали? Нет. О, попали, о, вот попали, сейчас попали. Да? Так, у тебя есть аптечка, давай осторожно. Да, у меня аптечек дофига. Обмотался туалетной бумагой. Ух ты, просто вон. Прямо в башку мне зарядил. Так, блидинг. Че, уходим? Течение, блин, я бинтов не взяли. У меня есть бинты. Да? Можешь меня про это? Так, как я это могу выкинуть? Просто ты так. Бери правой кнопкой вот, мыши. Выкинул, а, ну, хотя... Ты мог бы меня чисто по этому быть. Ладно. А к тебе подойти правой кнопкой мыши, я применяю, и он тебя лечит? Угу. Ну, мне надо стоять ровно. Так, давай. Так, сейчас он выглянет, и мы как постреляем. Не может быть у него снайперской винтовки. Так, ты меня вылечил, да? Не знаю. Не, я к тебе ничего не делал, я просто дал тебе бинт. А, ну у меня, наверное, просто само по себе зажило. Зажило. Ладно, ладно. Такой это, экшончик, экушончик прям вообще. А, хорошо, хорошо, пошло. Но у него калаш, по сути, он урона нам больше наносит, если попадает. А если в голову попадет, то вообще неприятно. Пока никого. А ты где? Я на гору забрался. А, ты на гору забрался. Там, смотри, еще какая-то будка есть. О, кто стреляет? Так, кто-то стреляет, да? Откуда? Без понятия. На горе будка есть какая-то, в нее можешь залезть и спрятаться там. Ну, мне кажется, это наоборот нас в уязвимое положение поставит. Мобильности там не особо. Так, о, это... о, сзади, 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 сзади. Вижу, 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 на углу там был. Господи, стоп, 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 жить. Что, подстрелил тебя? Он меня, да, он меня так ранил. Мне кажется, хорошо. Он чувствует свое превосходство. Нам надо ему как-то это, страха на... Ой, тихо, тихо.
Ой-ой-ой, он прям на меня идет. А-а-а! Это ты, да? Он прям сюда идет. Я прячусь за горную эту. Давай. Сейчас прям буду. Так, пару раз попал по нему. Капец, классный автомат у меня, конечно. Блин, но у меня проблема со здоровьем, надо мясо покушать. Кукурузу дать? Она вообще восстанавливает. Дай бог. Да, дед, спасибо. Кукуруза-то это, конечно, да. Я его не вижу. Он, наверное, отступил. Я по нему пару раз попал. Ладно, пойду, обойду. У меня гитара есть, короче, все. Давай, сыграй ему. Предсмертную мелодию. Про себя чисто вот сыграл. Что сыграл? Какую мелодию сыграл? Так, мы двое против одного. У него, конечно, автомат. И у него за его спиной, наверное, опыт. Так, это ты ползешь там? Я в траве, да, ползаю. Вот встаю, падаю. Он где-то сзади может идти. Там кто-то вот. Это кто там? А, это просто кусты, похоже. Ладно, я подойду поближе чуть-чуть. Ну, давай. Просто дислоцировать хотя бы его, где он там. Так. Сейчас все затихло вообще. Вообще. У-у-у, так. Никого. Угу. Там, кстати, я так понял, что мы бы... Подожди, на горах. Ты на горе? А, да, я вот сейчас подпрыгнул. Ой, я тебя не вижу, но я кто-то там на горе ходил. Вот я сейчас. О, вижу. Он с другой стороны вообще. Да? Он с другой стороны. Все, я спрятался. Во-во-во, вижу. Все, понял где-то. По мне стреляет прям по камню. Дурак. Я же за камнем. Ох, попал. Так, он попал по мне попал тебя, конкретно, да? Сейчас. Я в него тоже пару раз попал. А птичечку сейчас... Так, шприц надо еще раз поставить сюда. Так, отлично. Он по мне стреляет, блин. Откуда он меня видит там? Он где-то обходит, что ли? Так, ладно. Или он через камень может простреливать? Блин! Да, он прям тебя... Он прям в спину мне стреляет. В спину? Там еще, что ли, один? Я не знаю, короче. А, он в дом, он забежал в этот... В дом, ты жив? Я жив. Перебинтовываюсь. Ну я ему дал так это... свинца. Просраться дал ему, да? Да, вообще. Ну, мы их загнали. Ну, по крайней мере, если... Так это они там или там один человек? Это один человек, просто я его в множественном числе назвал. Их, ну, да, его величество. Ладно. Ну, ладно. Капец, у меня ковырялка на самом деле. А где ты? Ты куда делся? Я рядом, я вот где-то за камнем прятался, я вот в этом месте. А, я-то вообще ушел в этот перешейк между двумя скалами. А, все, бегу. Там печка, да, такая еще? Uh-huh. Вот, все, бегу. Вот, я рядом. Так, смотри, короче, мало того, что у нас Томпсоны урона как таковые много не наносят, а у меня еще модуль стоит, я, короче, поставил, который повышает скорострельность, но при этом... Снижает урон. Снижает урон, да, и еще увеличивает отдачу, в принципе. Хотя, может, урон-то он и не снижает, вот я что подумал. Патроны снижают урон. О, все, он там где-то стоит. Хе-хе, выманил его. Ой, он с пулемета стреляет, фига. У них есть пулемет. Ты умер? Нет, я жив. Ты жив? Просто, если что, доложи. Не, я если умру, я заору. А где он там? У него там... Он, короче, на башню залез, по-моему, вот я прям смотрю. Да, на башню. Блин, конечно, он тоже молодец, блин, из пулемета стреляет на таком расстоянии. Ему надо болтовку какую-то, чтобы нас зацепить хотя бы. Нереально его снять отсюда из-за камня? Ну, если он попадет по тебе, это будет неприятно. Ой, он стреляет. Капец, надо... Патронов у нас, в принципе, хватает пока что. Веселье. Ой, попал по мне, прикинь. Зато веселье. Ну не говори, да, так-то весело. А если я его здесь буду стоять выманивать, а ты войдешь как-нибудь с другой стороны, но это, правда, долго надо будет бежать. Мне кажется, у нас просто силенок не хватит за хоть как-то что-то сделать с ними, потому что, во-первых, у них преимущество по оружию, по высоте, у них да там аптечка. Да, естественно. Мы так чисто комарики, которые... А пойдем, по крайней мере, им стены повзрываем. Нам терять-то нечего. У нас, в принципе, уже наша программа минимум выполнена. Да? Пойдем, как термиты, сквозь этот... Да, просто внутрь пойдем и будем там взрывать. Угу. Так, давай, короче,
вот это вот взорвем. Так, где? Вот я взорвал. Сейчас взорву эту стену. Что хоть не съем, так надкусаю, знаешь, философия такая есть. Да. Но это надо делать быстро, потому что они сейчас подумают, что типа, а нет, они там типа что-то творят. Сквозь вот это все. Видишь, у них тут система вижу, защиты прям такая многослойная, как луковица. Ее надо прям вот надкусить нормально. Все так, что там? Они, кстати, могут еще встретить нас за этими стенами. Конечно. Так и сделают, скорее всего. У меня, кстати, автомат этот уже кончается потихоньку. Так, сейчас советую отступить назад, посмотреть, может, они нас начинают уже обходить, как бы. О, обходят. Я здесь в ловушке остался! Ага, понял. Или я просто буду сидеть, или я просто выбегу сейчас, побегу. Я побежал. Просто побежал. Прямо в зад мне попали. Все, у меня больше нет шприцов. У меня есть только кукуруза. Уу! Весело. У меня такой Томпсон прям, знаешь, топовый. Блин, я, правда, потихоньку загинаюсь. Мне надо... У тебя тоже блидинг? Да, у меня... Ну, не блидинг. У меня просто, блин, блокит. А-а-а, тут нельзя поставить костер, пока нет. Я побежал вокруг этого. Давай. Мне, короче, надо улучшать до такой степени, чтобы я смог поставить костер, чтобы немножечко погреться. А ты вниз убежал, да? Угу. В общем, смотри, какая система. Если ты ставишь костер, если ты сытый, ты рядом с костром начинаешь быстро хилиться. Перекачка идет хп. Еды, вернее, в хп. Окей. Вот такая вот система. Только вот я не понял, а что, где у меня восстановление? А, я понял, я сохну. Это ты бегаешь там? Да. Вот сейчас я стрелял по кому-то. Я взрываю им стены. А, понял, значит, вот там чувак, голяк. Сейчас восстанавливаю хпшечку, восстанавливаю. Так, ладно, спрячься в кусты. Блин, как интересно, да? Это намного интереснее, чем ходить и лутать какие-то нежилые помещения. Да и ребятам тоже как бы. Ну тоже не скучно хоть. Это ты стреляешь? Угу. Чисто знаешь, вот уже... А как запрыгнуть вот на это? Я не могу, у меня просто не хватает высоты прыжка. Надо мне подойти и... А, с этим, с приседанием, короче. С приседанием, да. Так, я уже восстановил, наверное, насколько мог. Ладно, пусть пока. Ладно. Ты взрываешь, да? Да. Ты хулиган, а? А что поделать-то? Блин, у них еще тут мост такой. О, я взял пустой ящик, на котором написано «Первая помощь». Я уже обрадовался, думал, здесь аптечек целая куча. Ну да. Кто-то уже воспользовался первой помощью. Блин, зараза, вот они, знаешь, какие хитрые. Они сделали здесь мост. Зараза. А вот пройти через него могут только хозяева, потому что они его заперли. А вот вообще что-то выплыть здесь тяжеловато. Весьма тяжеловато. Капец, здесь многослойная постройка вообще. Ну да. Но у нас C4, мне кажется, быстрее кончится, чем мы хоть... Ну, надкусаем зато, как ты говоришь, да? Ну, я уже чуть-чуть продвигаюсь вглубь. У меня 7 бомб осталось. Вообще, я не знаю, что они... Они могли бы спокойно пойти и заработать. Это ты? Это я. Господи, испугал. Вот так вот на измене, да? Да. Так, это вторая бомба должна взорваться уже. Стена. Ой. Уходи. Меня бы сейчас вынесло, на самом деле, если бы я не среагировал. О! Смотри, мы, по-моему, с тобой уже вглубь пробрались. Да-да-да-да. Блин, ты, конечно, рискнул. Да чё, нам терять нечего, пойдем. Ну ладно, пойдем, окей. Блин, ну тут сейчас тоже будут двери всякие. Да ничего. Сколько сможем пройти, столько пройдем. Прям прохождение. Прохождение, раз. Где вы такое видели? Да. Сюжетная кампания. Так, внизу. Внизу можно пройти наверху. Пойдем наверх. Пойдем наверх, да. Так. Так, здесь открытые помещения большие. Это раза. И ничего нет, по-моему. Не, просто двери, короче, и еще какая-то дверь. А я могу дверь с замком, с этим кодом взорвать? Легче, наверное, взорвать металлические вот эти вот пластины, которые... Но это ход на крышу. Это для, в принципе, для стратегических этих маневров.
типа для отстрела с высоты. О, смотри, здесь вот можно ходить. Все, все, я. Он там, да? Он меня ваншотнул вообще, да. Он сзади подошел? Наверху, где это? Блин, куда идти? Я испугался реально, я просто вздрогнул. Блин, а как вы с ним разминулись-то? Я не знаю, мне кажется, он по какому-то другому ходу пошел. У меня руки дрожат. В смысле, у моего персонажа. Так, у меня 6 C4 осталось. Ага. Я не собираюсь сдаваться. Так, давай, я, короче, знаешь, просто бегу и все взрываю. Во-первых, вот так вот, во-вторых, вот так вот, потом вот так вот и вот так вот. Все, хотя бы посмотреть за тобой, где ты там. Ох, да какая тут обработка пошла. Так, где ты? Ты еще жив, да? Я еще жив, я просто использовал все свои бомбы. Че, он тебя убил? Да. Чувак с очень страшным ником меня уничтожил. Чувак со страшным ником. Ай, жесть. Так, подожди, а где, блин, он тебя убил-то? Я вот пытаюсь тебя хотя бы найти. Я уже возродился в спальнике. Так, я просто в режиме... вот, все, вижу, где он бегает. Ну, он на измене. Он сейчас ходит, думает, что здесь еще кто-то еще, есть. Ну вот пусть ходит, короче. Мы его давай с этими мучениями умственными оставим. Да, пусть ходит теперь до конца дня, там переживает. Да, так, ладно, я к тебе сейчас телепортируюсь. Все, я рядом с тобой. Мы сегодня очень круто побегали, на самом деле. Хотели просто походить, полутать какие-то бесхозные здания. Но получилось, что самый настоящий экшен у нас был. Мы встретились с царем горы, если можно так назвать. Какой-то, видимо, хозяин этого большого особняка. Да, явно возможно, он даже сейчас самый сильный на сервере, как его вариант. Ну да. Мы на него там полетели, как эти паразиты, блин. Ну ничего. Главное, что, может быть, мы его не убили, но запугали хотя бы немножечко. Да. Давайте на этом остановимся. Ребят, ставьте лайки этому видео, подписывайтесь на наши каналы, естественно, ссылки есть в описании. И заходите на сервер Rust F3, естественно, адрес мы оставим тоже в описании, чтобы играть, потому что, может быть, кто знает, в один из дней мы встретим вас в вашем уютном доме. Поприветствуем вас. Ну, естественно, сделаем что-нибудь с вами очень хорошее. Да. Ну, всем удачки, всем тортик. Покеда!